Хольмы, или как сделать качественный свет за недорого для ваших видосиков на YouTube или куда вы там снимаете. Итак, это новое видео на канале Gadget Mania. Мы начинаем. Поехали! Совсем коротенечко расскажу вам, что такое Хольмы из IKEA. Очень странные у них всегда названия. Я не знаю, почему компания IKEA придумывает такие шведские названия для своих продуктов. Но, в принципе, компания шведская и названия шведские. Но они на самом деле смешные, иногда даже стрёмные. Итак, это светильник Хольмы, который стоит постоянно по акции 699 рублей. Соответственно, за эти деньги мы получаем хороший, красивый, рассеянный цвет. Итак, давайте попробуем сейчас собрать и посмотреть, что здесь в коробке. Сама коробка вот такая вот белая, совсем-совсем небольшая. И здесь у нас находится, соответственно, сам светильничек. Разрезаем. Открываем и смотрим, что у нас здесь есть в комплекте. В комплекте у нас есть инструкция в картинках, потому что без инструкции товары от компании IKEA в принципе невозможно собрать, если только ваш IQ больше 150 баллов. Все здесь в черно-белом цвете написано. Hello Guide от IKEA, или что это, гарантийное обязательство, в общем, бумажка. И самая основная часть, это, конечно же, у нас вот такой вот гофрированный колпачок, который будет, скажем так, и рассеивать наш свет для наших видео на YouTube. Я, друзья, открыл плейлист, создал плейлист, уже есть первое видео, это будет, соответственно, второе. Как совсем-совсем бюджетно делать неплохие видосики, соответственно, с хорошим качеством. Так что подпишитесь на канал, чтобы не пропустить интересные вот эти штуки. Также у нас есть всевозможные трубочки, есть цоколь. Цоколь у нас обычный, Е27, максимум 75 ватт, предупреждает нас производитель. Такая вот надстроечка, соответственно, кнопка включения-выключения. Все это у нас имеет российские розетки. Еще одна небольшая вставочка здесь. Без помощи ножа не обойтись, потому что все заклеено на скотчик. Друзья, большое спасибо, кто поддержал прошлое видео лайком. Для меня это на самом деле очень важно, потому что каждый ваш лайк пинает меня записывать новые видосики. Итак, на самом дне коробочки у нас лежала, соответственно, вот такая вот подставка. Она очень тяжелая, сделана из металла с пластиком черного цвета. Давайте собирать, вы уже увидите готовый вариант. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подпишитесь на канал, дабы не пропустить новые видео. Конечно же, вступайте в нашу группу ВКонтакте и вступайте в наш Инстаграм. Смотрите наши картиночки, фоточки и все, что там размещено. Пользуйтесь нашим купонным сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на своих покупках в интернете. Ну и совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.